राम राम श्यामे पसते पवाना एक मारे पसते पवाना душ. Пожалуйста, никто, кроме тебя, не сможет нам помочь. Встреча с тобой смывает все грехи. Разве можем найти более другого, более милостивого господина, чем ты, о Вайшнава Тхакур? Воды Ганги очищают, только если прикасаться к ним. Ты же настолько могуществен, что один взгляд на тебя также очищает от всех грехов. Того, кто нанес оскорбление Шри Хари, может спасти святое имя, но оскорбившему тебя спасения нет. Говинда вечно пребывает в твоем сердце. Для меня нет никого дороже Вайшнава, говорит он. Наротама Дас молится. О, Вайшнав Такур, я хочу из жизни в жизнь осыпать себя пылью со слотосных стоп Вайшнавов. Будьте же милостив ко мне, скажи, что я твой. পঞ্চতত্ত্ব কবে গৌরবনে সুরধ্বনি তটে হারা দেহ আকৃষ্ট করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
Yeah.
Взываясь со слезами, о, Раде, о, Кришна, когда я стану поддерживать свою жизнь
Водами из реки Сарасвати и пищей из домов неприкасаемых, когда? Когда я буду кататься по земле на берегах священных рек, оглашая все вокруг громкими криками «Кришна! Кришна!» Когда я стану почитать всех обителей Дхамы, моля их о капле милости, когда в одеждах Авадуты, блаженного, преисполненного премы, я покрою свое тело пылью со стоп вайшнавов, когда я стану истинным жителем врача, тогда, когда я перестану видеть различия между Навадвипой и Вриндаваном, тогда Дхама явит мне свой истинный духовный облик Чинмая, и тогда я стану служанкой Шимати Радхики. Blessed Satchinandana Gaura Hari Ki Jai Srimad Nityananda Prabhu Ki Jai Nitai Gaura Premananda Ki Jai Gauranga Ratuti Pada Jai Dhamma Sampada Gauranga Ratuti Pada Gauranga Gaurange ratuti pada Ogojare dhana sampada Gaurange ratuti pada Sorry, we
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕೀ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಗೋಪಿಯ
Hare Krishna.
Krishna Hare
Прежде всего я предлагаю свои нижайшие поклоны моему духовному учителю Виталилу Правиштаму Вишнупад, Штута Ашатащи Машила Бхактищи Руб Сиданти Госвами Махараджу, а также моим Шикша духовным учителям Виталилу Правиштаму Вишнупад, Штута Ашатащи Машили Бхактивиданти Нарайана Госвами Махараджу и Виталилу Правиштаму Вишнупад, Штута Ашатащи Машили Бхактивиданти Ваче Свами Махараджу Шили Прабхупаде. А также всем вайшнавы, которые собрались здесь. You are today, you are very, very fortunate. You are gathering here, listening Харикатха. Сегодня мы очень удачливы, потому что сегодня здесь собрались слушать Харикатху. So, Sriman Chaitanya Mahaprabhu, he told to Sri Rupa Goswami, when somebody came to this Харикатха and listening to Hariha, listen to Harikatha and this Hari Bhajan. Да, Шриман Махапрабху говорит Шри Рупе Госвами, когда кто-либо приходит слушать Харикатху, приходит к Хари Баджану. Yes, italy. Брахманд брамите ко на бхагьяван жив. Гуру Кришна прасад пай бхакти лата ви. Махапрабху telling Урупе Госвами, an ordinary person cannot come to listening to Harikatha and came to this Sadguru. When very, 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 very fortunate person, you know, surrounding this whole world, 84 lakhs, you know, different living, and when they collected some nice Sukruti, then somebody possible came to this Sadguru and listened to come to Harikatha. Шриман Махапрабху говорит Рупе Госвами, о Рупа, это далеко не простая возможность, когда человек приходит к Хари Баджану. Это возможно только в том случае, если у этого человека очень много сукрити, духовного благочестия в прошлом. Кои Бхагаван Джива. Это необычайно счастливая, удачливая душа. Yes, certainly. Кон Бхагаван Джива. Then Prabhupada, he gave this commentary. Well, this Kon Bhagavan Jivini, not ordinary person that cannot came to this Suddha Vaishnava Parampara, Suddha Vaishnava, ordinary person that cannot came. If somebody knowingly, unknowingly, they are previous doing something for Krishna, for this Vaishnavas, this Tamdham, who is connected with his soul, yeah, then somebody, not Punna, not any, no pap, not sinful activities, not any biasful activities. If doing some sukruti, yeah, then somebody can come, another person cannot come. Шрила Прабхупада, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада в своих комментариях на Чайтанья Чаритамриту говорит о том, как это происходит, откуда у дживы, у души появляется возможность прийти к чистому вайшнаву, прийти в линию чистых вайшнавов, чистых духовных учителей. Это возможно только в том случае, если в прошлых жизнях человек так или иначе осознанно или неосознанно соприкасался с тем, что связано с Кришной, а именно с самим Кришной, с Туласи, Дхамой, с вайшнавами. Осознанно или неосознанно он выполнял эти виды бхакти. И это постепенно накапливает то самое духовное благочестие, благодаря которому Кришна посылает его к чистым вайшнавам. Yeah, this is the, maybe you are remembering this story, you know, this is the Valmiki Ramayana, you know, this Valmiki Ramayana, this Valmiki, he telling glories of this Ram Katha, you know, if unknowingly somebody listening to this
you know, this last pastime, how is the very, very powerful. You know, this is the power. You can tell this story. Maharaj, in English, we will not speak more today, no? Huh? Because of some people listening in English, you will not speak in English. The person, he wants to listen in English also. No, you are an English person. No, this this our guest, he maybe wants to listen in English from you. Who is the guest? Disciple, not disciple. In Russia, in Russia. No, that disciple. Yeah. Yeah, he wants it. He came to listen. English. He came to listen you in English. He cannot understand my Russian. Prabhu, you know Russia? You know? Do you know Russian language, Prabhu? No, Maharaji. He wants to. He came here to listen you in English. But I speak English. Maharaj, be free. I will get benefit anyway. He's worried because sometimes he just asks me, "Oh, please tell this story," and then I speak in Russian after this because I heard many stories from him before. So I'm just remind him, "Oh, Maharaj, maybe you will speak more in English today also because somebody is listening you in English." Whatever Milutini mercy I get, I'm happy. So go ahead. Prabhuji, and also my English is not so good, you know. So always I telling Harikatha, she is the no staying very long days in Vrindavan. So she is the sweat gave by some heat, then she can continuously just speak, you know. He is mostly preaching in India, in Orissa, in Uttar Pradesh, and he knows five languages, and the languages he's weak. He's always shy to speak in English. I understand, but I'm here. I get benefit always. Okay. Understanding or not externally, internally, yeah, you already got the blessing of Maharaj. Yeah. I'm very happy. No problem. One person. Okay, this mic, very good. This mic sounds a little bit more. Сделайте погромче, пожалуйста, мой микрофон, чтобы можно было видеть, слышать на галерке. Шипат Махараджи попросил меня рассказать об истории, которую рассказал Вальмики, about King Сусумати and Сатьявати. В Рамайне написана одна история о том, как человек обретает бхакти, как у него появляется счастливая возможность обрести бхакти. И там написано удивительно яркий пример этого. Однажды один Вибханга Риши пришел посетить императоров земли, которых звали Сумати, царя звали, и его царицу звали Сатьявати. И когда пришел Вибханга Риши, он удивился, что он какие-то необычные цари. Обычно, если это император земли, на нем лежит много ответственности. Ему приходится управлять. Раньше была на всей земле была одна цивилизация и один язык. И были императоры всей земли. И когда Вибханга Риши пришел к этому царю, этому императору, он удивился, что они без всяких слуг служат божествам. Они сами делают гирлянды, они повторяют святое имя Джая Джая Рам, Джая Джая Ситарам, глубоко погруженные в баджан. Они читают собой Туласи Рамайну. Какие странные императоры, подумал еще Вибханга Риши. Обычно, даже если, например, царь, то у него слуги выполняют служение божеств. А те сами делали одежды, сами делали гирлянды, украшали божеств, сами готовили для божеств, сами в кухне готовили. Вот это очень удивило Вибханга Риши. И поэтому он стал спрашивать, о царь, скажите, откуда у вас такое сильное желание служить Господу Раме, Господу Сите? И тогда царь очень смиренно ответил Риши. Он сказал, о дорогой Риши, я понимаю, вы чистый саду, я открою вам свою тайну. Обычно, когда мы совершаем свою баджу, мы не должны рассказывать людям, то посторонним людям, то, что вдохновляет нас на баджу. Иначе мы сможем потерять это вдохновение, нашу хрупкую, колеблющуюся веру. Нужно ее рассказывать всегда чистым преданным, которые смогут помочь нам дальше.
И так этот царь, он обратился к Вибхана Гарише и сказал: «О, дорогой Садо, поскольку вы вайшнав, я вам расскажу, открою свою тайну». Он говорит: «Я помню 4 моих прошлых жизни, и это очень вдохновляет меня сейчас служить Ситарам». «Что там было?» — спросил Вибхана Гарише. Тогда царь стал рассказывать ему свою историю. «В первой жизни я помню, что я был отъявленным негодяем. Меня звали Малатим. И я был настолько ужасным сыном, я совершенно не уважал своих родителей. Я растрачивал деньги попусту, я пил, курил, встречался с продажными женщинами, наделал столько бед, я это все помню, из-за чего меня просто прогнали в лес подальше от общества, чтобы больше не видеть, точно. И там я встретил женщину, которую звали Кали, Калика. И она мне поведала свою историю. Она раньше убила своего мужа, из-за что ее тоже просто выгнали в лес. Никому не нужны такие люди в обществе. Раньше тюрем не было, потом просто в лес и все, кушайте там сами, что хотите. Мы с ней сдружились и полюбили друг друга. Они тогда были молодые, сильные, и жили тем, что нападали на людей, грабили, возможно, убивали, ели мясо, то есть плоть убитых животных, это была их жизнь. Когда они состарились, то стали, силы куда-то ушли, и поймать, например, сильного оленя уже невозможно. Поэтому им приходилось голодать. Ни зайца не поймаешь, ни оленя не поймаешь, ни дичь. И они услышали, что совсем рядом, в одной машине, читают какую-то там рамаяну. Целых 9 дней можно приходить и бесплатно кушать еду. Там обычно как? Приходят преданные, они рассказывают харикатху, а потом в конце угощают. И они подумали, какая удивительная возможность, целые 9 дней мы можем не думать о еде. Ну и что, придем туда, ну и что, облокотимся на стенку, поспим, отдохнем, зато потом хорошо покушаем. И так 9 дней они посещали рамаяну, слушали ее. Вскоре наступила их смерть, и благодаря тому, что они слушали таким образом на рамаяну, в следующей своей жизни царь говорит: «Я помню, что мы родились на Рамовой Кумхе, которая находится в этом материальном мире. В этом материальном мире есть часть духовного мира Вайкунхи. Они родились там и 100 лет прожили там, на Вайкунхе, со всеми качествами Вайкунхи. Там нет ни болезней, ни бед, ни опасности. Там прекрасная духовная жизнь». После этого я помню, дорогой Риши, что мы целых 100 лет провели на Брахмалоке, то есть были равны Господу Брахме, наслаждались тем, что находится на Брахмалоке, Сатилоке, куда достигают только самые великие Риши Муни. А затем 100 лет мы пробыли как Индра и его супруга. А теперь мы родились в нашу четвертую жизнь как император, императрица, всея земля. И этот царь говорит: «О, дорогой Риша, благодаря тому, что я помню эти 4 жизни, я вдруг начинаю понимать, нас какая великая слава у Харикатхи, когда ты ее слушаешь от вайшнавов. Мы ведь тогда просто ходили питаться, мы туда просто ходили есть, а благодаря этому обрели такое, которое даже не может присниться». Мы подумали вместе, что если мы тогда неосознанно слушали Харикатху и получили такое, то что будет, если мы всю свою жизнь с самого начала посвятим служение Ситараме? Вероятно, мы обретем что-то гораздо большее. Вот это моя тайна, сказал Вибхан Гарише царь, почему они оба все свое время посвящали в баджане. Valmiki, he explained this pastime. If somebody unknowingly, listening this Harikatha, how he is very, very powerful, And if somebody knowingly listening Harikatha, then how is the more powerful? So, here telling, Brahmanda Brahmite, Kon Bhagavan Ji,
Now Kone Mini, Prabhupada Lee, who is a very, very fortunate person and bring here some very nice and some Sukruti. Then somebody came to Sadguru. Then telling Guru Krishna Prasad Bhai Bhakti Lata Beach. Telling the mercy of Guru and mercy of Krishna, then he got the Bhakti Lata Beach, meaning this is Shraddha. Now coming here, question, okay, Gurudev, he gave to Krishna mantra to this jeev. But Krishna, what telling? You know, why telling a Guru Krishna Prasad Bhai? Why telling Krishna name coming here? Итак, мы слышали историю о том, как даже неосознанное служение Господу дает такой большой результат. Что говорит, когда мы осознанно служим Господу? Далее Шриман Махапрабху объясняет, кой бхагаван джива, какая удачливая душа получает бхакти лата бич, семя бхакти, семя лианы бхакти, по милости гуру и вайшнава. Но гуру понятно, мы получаем от гуру мантру, мы получаем от него это семя. А при чем здесь Кришна? Почему Махапрабху говорит гуру Кришна прасады? Почему Кришна нам помогает в этом? То, что мы приходим к настоящему гуру, к чистому вайшнаву, как в этом задействован Кришна? Yeah, telling. So Prabhupada, he gave commentary. Like Krishna, you know, Krishna is the know who is that fortunate person. Krishna, he don't know this thing. Yes, if Krishna, he cannot arrange to this thing, you are came to some pure Vaishnavas, then Jeev himself cannot recognize to who is the pure Vaishnava, who is the not pure Vaishnava, who is the Sadguru, then Jeev, he cannot understand. You know, Jeev, he cannot understand. So, before you listening this past time, even Hanuman, he also bewildered. You know Hanuman? When Ravan, he shoot arrow to, this is the Lakman, this is the snake arrow, this is the Vajra. That time Susana Baddha, he tell, he go to Himalaya Parvat and bring this medicine. At that time, Ravan, he sent to call Nimi, one demon, he take the form of Sadhu. And he stopped Hanuman. Even Hanuman also become bewildered. Yes? You are Baddhaji. So you are must be bewildered. So if Krishna, he cannot arrange to this thing, you are came to this pure Vaishnavas, then you cannot understand this thing. Итак, как Кришна помог нам прийти к чистому Вайшнаву? Только лишь Кришна на самом деле знает, кто является чистым Вайшнавом. Только лишь Кришна. Никакая обусловленная душа не сможет этого распознать и увидеть. И поэтому тот факт о том, что мы пришли к чистому Вайшнаву, происходит благодаря Кришне. Это Он направляет ту удачливую душу, когда у него достаточно духовного благочестия, духовных заслуг. И я сейчас рассказывала историю, прежде рассказывала историю про Ханумана. Кто такой Хануман? Вы знаете, кто такой Хануман? Так вот, даже Хануман не мог распознать. Когда Лакшман был ранен, и лекарь велел привезти траву Сандживани с Гималай, Хануман полетел за этой травой. И по пути он вдруг услышал, как внизу Кал Неми совершает свой баджан. Он спустился вниз и увидел передо мной саду. Настоящий преданный, чистый преданный. Хануман подумал, что он чистый преданный по всем признакам. Тот ему еще рассказал о будущем, и тогда он полностью уверился в этом. Но это, то есть, может сделать ошибку даже Хануман, что говорит об обусловленной душе. Yes, Hare Krishna. So telling Guru Krishna Prasad Bhai Bhakti Lata Beach, meaning we are came to this Mahaprabhu line, yes, and this is the Bhakti Vinod Thakur line, and this is the Prabhupada line. You are came to best life, you know, you are came to best life. So once you must attend this Radha Krishna praying, once
you must attend to Mahaprabhu. So you are very, very fortunate. You are came to here and came to this one Shuddha Guru Parampara. Нам очень повезло, поскольку мы пришли в линию чистых вайшнавов. Мы пришли в линию Шрилы Бхактивинода Тхакура. Мы пришли в линию Шрилы Прабхупады. Мы пришли в линию Шри Чайтанья Махапрабху. И поэтому обязательно, непременно нам подарят Кришна Прему. Yeah. So you are today gathering here to Krishna's pastime. So yesterday you heard what is the glory of Srimad Bhagavad Katha. You are listening so many, and how many kind of listener, and how many kind of Srimad Bhagavad Katha. Yes, you are still listening so much glory of Srimad Bhagavad. Telling Srimad Bhagavad name is the Srimad Bhagavatam. There is the five letters is there. Well, what is the meaning of this is the five letter. Итак, мы очень удачливы, потому что собрались здесь слушать Шримад Бхагаватам. Мы вчера говорили уже о славе Бхагаватам, уже рассказывали различные истории и виды, какие бывают слушатели, какие бывают чтецы Бхагаватам, говорили о славе Бхагаватам. А что же обозначает сам этот титул, само это название Шримад, которое состоит из пяти букв? Yeah, this grantha name is the Bhagavatam. Telling Bhavini, Mala Bhati Sarvesu Lokesu, Mala Bhav Prakasam, Mala who is effulgence is the whole world. Bhavini is the Prakas, this is the Jyoti effulgence. And Bhati Sarvesu Lokesu, who is beautiful, not only you are listening to Srimad Bhagavad Gatha. This Bhagavad is Skandha Puran, when Lord, He created this material world, then He created three persons, Brahma, Vishnu and Mahesh. Then He gave responsibility to Brahma, you created this material world. Telling, O Shankar, you destroyed this world. Well, O Vishnu, you maintaining this world. Then there are three persons came. Brahma tell Prabhu, this creation is the Rajagun. So how can the free of this Rajagun? Then Lord told, If you are listening to Srimad Bhagavat Gatha 7 days, then you can free of this all Rajagun. Shankar asks, how can free of this Tamagun? This is the destroyed. Telling, if you are listening to Srimad Bhagavat Gatha, then you can completely free of this Tamagun. Then Vishnu came, well, how you can maintain this world? How you can maintain this my Lakshmi? Well, if you are listening to Srimad Bhagavat Gatha, then you can free of everything. So this power of this Bhagavad Gatha, Brahma, Vishnu, Mahesh, they are doing three work this material work. Shri Mad, Shri Bha, то есть это идет описание значения Бхагавата. Махарадж постепенно объясняет. Бха обозначает божественный свет. Сияние, божественное свечение. То, что обладает божественной природой, оно всегда светится, оно лучезарно, оно освещает все собой Бхагаватам. И когда, например, Господь, Он создал Вселенную, для ее поддержания были такие гунаватары, как Господь Брама, как Господь Шива и Господь Вишну. И тогда Господь Брама, он обратился к Верховному Господу и говорит, «Я должен заниматься творением в этой Вселенной, но как же мне оставаться чистым при этом? Как мне освободиться от этой раджа-гуны?» И тогда он получил ответ, что благодаря слушанию Бхагавата можно освободиться от раджа-гуны. Когда Шива обратился с таким же ответом, как мне стать чистым, освободиться от тамагуны, ведь мне придется заниматься уничтожением этого мира. И тогда Господь сказал, ты должен также слушать Бхагаватам, и ты будешь чист всегда. И тогда Вишну сказал, а как мне поддерживать эту Вселенную, как мне поддерживать Лакшми? И тогда Господь ответил, что только благодаря Бхагаватам. Так все они, так Господь Вишну сказал, ты можешь творить эту Вселенную, ты можешь поддерживать эту Вселенную на силе Бхагаватам, опираясь на силу Бхагаватам.
भा टेलिंग द क वल क मीनिंग इज द वल गियते नारद आदि भी वल हुई इन दिस भागवत कथा हुई द ब्रह्मा शिव नारद चतुसन हाँ सुत गोस्वामी एंड दिस इज द सुत एवरी इन वेरी वेरी ग्रेट पर्सनालिटी अलवेज दे आर डूइंग गियते मीनिंग अलवेज दे आर सिंगिंग अलवेज टेलिंग दिस भागवत कथा हुई द वेरी वेरी ग्रेट पर्सनालिटी पर्सन. Итак, мы разобрали, что такое Бха, это Божественный Свет, тот, который дарует Божественный Свет. Что такое следующее слог Га, Гияте, Брамате, не могу процитировать этот стих. Там говорится о том, что самые великие личности этого мира, они поют Бхагаватам, они прославляют Бхагаватам. То есть Бхагавата — это то, что прославляется самыми великими личностями этого мира. Yeah, this is the Ba. Ba, Ga, Ba. Malabha meaning Malabharishta Sarva Sastresu. Meaning Srimad Bhagavata is the among the topmost scripture, the among the all scripture. So Siddh Garuda Purana is the telling Arthayam Brahma Sutranam Bharata Artha Vinirnaya Gayatri Bhasa Rupa Sau Vedartha Parivarnita. Meaning Srimad Bhagavata is the essence of all scripture. If somebody listening to Srimad Bhagavat, then no need to listen to any scripture. All ras, all everything is the Srimad Bhagavat. Ва обозначает о том, что это самое высшее писание. Ва обозначает о том, что он занимает самое верховное положение, как объясняется в Сканда Пуране, Артата Брама Джигьяса. Артаям Брама Сутра нам Барата Арта Венир на я Гайтри Баша Рупо сам Беда Арта Вибримхита. Итак, говорится о том, что Бхагаватам является сутью ведического знания Гайтри, оно является объяснением Гайтри Мантры. Именно поэтому это является самым высшим писанием, это суть ведического знания. Yeah, telling Srimad Bhagavat is the not Bhagavat, this Padma Purana is the telling Bhagavat is the 12th canto in the Srimad Bhagavat. Telling this is not 12th canto, this is the 12th leaves, Krishna's leaves of 12th canto. This first, second canto, Krishna's two lotus feet, and second, third and fourth canto is the thigh, and is the five canto is the navel, sashta, seven is the arm. 8 is the chest, 9 is the neck, 10 is the face, and 11 is the forehead, 12 is the head. Telling Srimad Bhagavat Katha, not any Bhagavat, is the complete Krishna's full limbs of Srimad Krishna. Также описывается о том, что Бхагавата это даже не просто писание, это само тело Господа. Говорится о том, что первые его две песни — это его стопы. Третья и четвертая песня — это его бедра. Пятая песня — это его пупок, это его живот. Шестая и седьмая песня — это его руки. Восьмая песня — это его грудь. Девятая песня — это его шея. Десятая — это лицо Господа. Одиннадцатая — это его лоб. И двенадцатая — это его макушка. Таким образом, Бхагаватам — это само тело Господа. Yeah, telling this is the Та. Та meaning Валатарани Ча Бхаварнава. If somebody takes shelter of Srimad Bhagavat, this is the Апара Сансара Самудра Сету. Бхаямахе Бхагавата Сварупам. He easily he can cross this material in birth and death. If somebody takes the shelter, listen to Srimad Bhagavat. Те, кто принимает прибежище у Господа, те очень легко пересекают океан материальной жизни. Это словно мост. Бхагаватам является словно мост через этот бескрайний океан материального бытия. Yeah, so Srimad Bhagavat is so so glorious. Yesterday you heard so so many katha yesterday you heard. Вчера мы слушали так много прославления Бхагаватам. So today you can listening. They are first when start to Srimad Bhagavat, there are three sloka is the very very important sloka. And three sloka is the Mangalacharan. Mangalacharan meaning
when you start anything, if doing Mangalacharan, this work very nicely, you know, going this thing, easily you can and do this thing, this three slok, you try listening to this three slok. Итак, я расскажу о значении первых трех очень важных стихов Бхагавата, которые, по сути, образуют собой Мангалачарана. Мангала обозначает очень благоприятное, то есть в начале любого важного дела нужно совершить благоприятное действие. Я сейчас объясню глубокое значение этих первых трех стихов. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Govinda, Govinda Hare, Hare Govinda, Govinda Hare. Hare Hare Govinda, Govinda Hare, Hare Hare Govinda, Govinda Hare. Hare Hare Govinda, Govinda Hare, Hare Hare Govinda, Govinda Hare. Hare Hare Govinda, Govinda Hare, Hare Hare Govinda, Govinda Hare. Then Sriman Mahaprabhu said, and where he spread this holy name everywhere. Now this Kali, this sinful activities, now he is so much afraid. Where is the going? Everywhere. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare. Sinful activity, so much afraid. Well, I have no place. Where I am going? Where are going? Everybody chanting this holy name. Now it is so much afraid, and you went to Lord. Well, Lord, why you created me? You killed me. I know what to stand for. Well, why? Well, you bring this holy name. Now everybody chanting this holy name. Where are you going? Everybody chanting. Where are you going this holy name? I cannot stay there. You kindly give some place, maybe without killing me. Когда Шриман Махапрабху принес в этот мир святое имя, тогда Кали испугался, он испугался не на шутку. Ему больше не было прибежища там, где повторяют святое имя. И тогда он пришел к Господу и сказал: «Если ты пришел, ты принес святое имя, если у меня нет никакого места здесь, ну тогда убей меня, зачем я здесь нахожусь? Потому что там, где повторяют святое имя, я не могу там находиться. К чему моя жизнь тогда? Убей меня тогда просто». Then Krishna tell, okay, where this holy name going?
who is the chant this holy name? This all kind of sinful activity play with the head. And he going sky and surrounding, looking who is the not telling, chanting this holy name. Then to your all these sinful activities, you can see that that person, hey, who is not chanting this holy name. И тогда Господь ему ответил, те, кто будет повторять святое имя, они освободятся от своих грехов, и они просто будут парить потом над этим местом. А те, кто не повторяет святое имя, они как раз туда всем скопом и сядут. So if somebody not chanting this all sinful activities, you are here. Поэтому, если мы повторяем святое имя, мы будем ожидать не только еще свои грехи. Хорошо? Хорошо. Бола Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare
The Mangala Charana Slok, telling first slok, Sri Vishwanath Chakravarti Thakur telling, who is the residing deity of Srimad Bhagavat? First slok in the meditation, in the dhyan. Who is the, you know, pre-devotee deity of Srimad Bhagavat? And loudly, like dying person. Stand up, please. Yeah. Prasanna Deva. And tell loudly. Махарадж объясняет первые три стиха. Первые три стиха из Мангала Чарана. Первый стих называется «Дьяны». В первом стихе важно, в первом стихе Шукадев Госвами говорит об объекте своей медитации. Это называется «Дьяна». And who is the predominantly of Srimad Bhagavat? И он рассказывает о божестве Шримад Бхагаватам. So this slok is telling Satyam Param Dhimahi. Yaya meditate who is the supreme truth. Who is the supreme truth? Now this slok, he did not mention any name. Who is the, you know, pre-divinity deity? Only he gave there what is this quality. So our India, you know, there are 180 of this commentary of this slok. Who is the worship the Brahma, he is telling the Brahma. Who is the worship Shiva, telling the Shiva. Who is the worship Durga, please see the Durga. You know, this slok used. Now coming question, who is the predominant deity of Srimad Bhagavat? Sri Sukadeva Goswami, when starting to meditate to whom? Now coming question. Итак, в первом стихе Бхагаватам Шукадев Госвами показывает, что он поклоняется абсолютно истине. Но он не рассказывает о том, кому конкретно он поклоняется. Он описывает качество этой абсолютной истины. Он описывает качество того, кому он поклоняется, но не указывает имя. У нас в Индии существует Бхагаватам, и на этот стих в том числе есть 108 комментариев о том, что же является Сатьям Парам Дхимахи. Те, кто поклоняются Господу Браме, считают, что за ним стоит Брама. Те, кто поклоняются Господу Шиве, считают, что этот стих принадлежит Шиве. Yeah. Now coming question, who is the actually the predominant deity of Srimad Bhagavatam? Итак, кто же является истинным божеством Шримад Бхагаватам? Возникает вопрос. So our Vaishnava Acharya, you know, Balava Acharya and all of Vaishnava Jeeva Goswami, Sanatana Goswami, they have to know. They are Brahma Sankar, they are not Supreme Truth, and they are not mentioning that name. Only mentioning he is the Supreme Personality God and he is the Ishwara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadi Radhi Govinda Sarva Karna Karna, only Krishna. Acharya is Вайшнавский сампрадай, великий ачарья из Вайшнавский сампрадай, Ишидар с вами, и Валлаба ачарья, Санатана Госвами. Они говорят о том, что Сатьям Парам Дхимахи — это абсолютная истина, это Ишвара Парама Кришна, Сачитананда Виграха, это сама верховная личность Бога Говинда. Yes, now coming question, how you are telling this is the for Krishna, now coming question, any proof in Srimad Bhagavat? Then he gave proof, yes, when Krishna he came the womb of Mother Devaki, that time 3 million all demigods there appeared and they are doing Garbhastuti, you know, Garbhastuti they are womb. This first slogan is the, well, Satyam, you know, Satyam, Bratam Satya, Paramatri Satya, Satya sa Joni Nihitam cha Satya, Satya sa Satya, Mrita Satya Netri, Satyatmakatvam Saranam Prapadde. This one slok, all demigods telling who is the supreme truth. Well, this is the Krishna, who is the before also, you know, this is the truth, now also truth, after also truth, this devotee also truth, he is everything is the truth, truth, truth. Итак, если они утверждают о том, что это Верховная Личность Господа Кришна,
то как они могут это доказать? И самого Шримад-Бхагаватам. Когда Кришна находился в чреве своей матери, Деваки, тогда появляются 33 миллиона полубогов, и они возносят молитву, говоря о том, что Кришна Сатья, Сатья, Сатья. Именно они в Бхагаватам показывают, что Сатья, три раза говорят Сатья, указывая на Шри Кришну. Yeah, Buddha certainly, Janma Dasya Jataha, Prambho, this is, no? Janma Dasya Jataha, can you tell me what the meaning of it? What is the meaning of Janma Dasya Jataha? Everything coming from the full shloka. You know, all this. Janma Yasya Jataha, начинается Шримад Бхагаватам с этой фразы. Что это обозначает? Из него все исходит. So this is telling only Krishna is the predominant deity. So this past slope is the, you know, past slope is telling. But our Sri Vishwanath Chakravarti telling, well, no, only cannot tell, only Krishna is the predominant deity of Srimad Bhagavat. Well, then Vishwanath Chakravarti Rasik is the Rasik Tikagar. Well, no, the Satyam Param Dhimai meaning, Sri Sukhdev Goswami Apari Oven says to, you know, this is Radha Rani. Why? The Sukhdev Goswami Guru Ita Srimati Radharani. So he passed he offering awareness to not only Krishna, Srimati Uti Radharani. Когда приходит в этот мир Вишванатха Чакраварти Тхакур, он вдруг открывает о том, что Сатьям Парам Дхимахи на самом деле относится не к Кришне, оно не описывает Кришну. Он говорит, этот стих описывает Шримати Радхарани и обосновывает это тем, что кто произносит этот стих? Шукадева Госвами, Шри Шука Убача. Шри — это Шримати Радика, Шука — это любимый попугайчик. Кому поклоняется тот попугайчик больше, Радике или Кришне? Конечно, Кришне, она является его богиней, поэтому именно ей он и возносит свою молитву. Сатьям Парам Дхимахи. So you can go to Vrindavan, you know, with the word Vrindavan, they can serve anybody, even this Vrindavan Dham is the Krishna's dham, but anybody not telling Krishna there. Everybody telling Radhe, 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 Radhe. Например, когда вы приезжаете во Вриндаван, традиционно общепризнанно это является землей Кришны, но почему-то все там повторяют только Радхе, 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 Радхе. Yeah, so just telling, you know, if you go to Vrindavan, if somebody calling to Radhe, Radhe, you know, if their name of Radha Rani, you know, everything are doing. One Rikshawala, you saw they are not bail. He did not tell him, you know, move, tell him, Radhe, Radhe. Yeah. So everything, you know, happening this Vrindavan, name of Srimati Radharani, sir, everything happening in the name of Radharani. Во Вриндаване это такая удивительная атмосфера, такая удивительная земля Радхарани, что там все, что бы они ни хотели сказать, они говорят просто-напросто одно слово. Предполагая самые разные значения. Рады, рады. Например, если кого-то нужно позвать, эй, рады, рады, нужно пройти. Эй, рады, 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 рады. То есть уступи мне дорогу. Рикшавала едет, у рикшавалы даже нету звоночка, чтобы люди впереди расступились. Он просто, когда будет ехать, будет кричать рады, 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 чтобы кого-то объехать. То есть во Вриндаване под рады, рады может быть все, что угодно. Все понимают. Yeah. So you are, you know, so you are chanting this Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So when you fast, Hare Krishna, Hare Hare, Srimati Radharani. This here, this very hidden way, he gave this meaning of Sri Radharani. Direct in not telling Radhe Radhe. This Hare is the name of Radharani. В этой мантре, в нашей мантре Харе Кришна, Харе обозначает Хара, это Шримати Радика, но о ней говорится скрыто, ее скрывают, поэтому там просто идет Хара, а не ее имя напрямую. Yeah. Но это обозначает именно Радику. So this past slogan is the telling Vishwanath Chakravarti Thakur, this is the meditate to not only Krishna, you know, see the Radhe. You know, once one devotee, he writing very nice one poet. He is the Krishna devotee, you know. Lord of Krishna's one devotee writing very nice one poet he writing. This poet he is telling, Meta Syam Rangami Rangi.
This poet is telling, I am completed birth in the Krishna's color. And this, when this poet go to so many devotees, they are listening, bah, 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 bah. Very nice, very beautiful. But when this poet came to Jiva Goswami, then Jiva Goswami, he write, you know, he gave answer to that person. You know, Sri Raghunath Das Goswami, he writing one very nice slok. Bale anaradha radha padam bhoja reno anasrita brinda vanam tatatabim asambhasa tadbhava gambira chitan kuta syam sindhu rasasyavada. He writing this slok and said to that person, you know, tell. Во времена Шри Дживи Госвами Пада был один поэт Вайшнав, который прославился своим своей поэзией, говоря: «О, я полностью тону в цвете шьям». И у всех это было на устах. Он очень был прославлен благодаря этому. И этот стих дошел до Шри Дживи Госвами Пада. Когда он это посмотрел, он решил ему ответить. Он взял стихотворение Шри Рагхунатха Даса Госвами и отправил ему «Аная Радхита». Забыла этот стих. В этом стихе говорится, can I translate this shloka? Yeah, you know, what is the meaning of this shloka? There are three things. Yes. If somebody wants to birth in Krishna Bhakti is not an ordinary thing, you know. Who is Krishna Bhakti? Brahma, Siva, Narad, big, you know, very big way. Very hard telling their very great personality, they cannot meditate to Krishna's lotus feet. Yeah? Very rare. Krishna Bhakti is not ordinary thing. But here Sri Raghunath Das Goswami telling, but how possible, very easy process I can achieve this Krishna Bhakti, then he telling this way, what is the easy process? Shri Jiva Goswami Pada, когда увидел это стихотворение, он велел послать ответ этому Вайшнаву. Он ему послал этот стих, в котором говорится, буквально этот стих переводится о том, что невозможно утонуть в этом океане шлямы расы, не осыпав свое тело пылью со стоп, пылью Вриндавана, не приняв прибежище у Дамы. Это невозможно погрузиться в океан шлямы расы, не осыпав свое тело пылью со стоп вайшнавов, не тех, которые служат Шримати Радхике. Когда даже Кришна Бхакти, Махарадж сейчас объяснил, Кришна Бхакти — это очень высокая цель, мечта и предмет устремлений даже для самых великих личностей, таких как Брама, Шива и других. Как мы можем это знать? Как вообще это возможно для обыкновенной души? И Шри Дживи Госвами Пада объясняет о том, что есть легкий способ заслужить благосклонность Кришны, получить Кришна Бхакти. Каким образом? Только лишь служа Его возлюбленной, человек обретает Кришна Бхакти. You're telling this slow. Yes, Maharaj. Three things. Take shelter in Dhamma, take shelter of devotees of Shrimati Radhika and So the three thing is the if somebody did not take shelter of Srimati Radharani. Second thing is the this Vrindavan Dham complete Radharani lotus feet and preter whole Vrindavan Dham. If somebody did not take this Vrindavan Dham shelter where the Radharani footprint. And in the topmost thing is the who is the completely took birth in Radharani Bhakti Prem Ras. And the main thing is this thing, complete who is the Radharani Bhakti, complete not observe the Radharani Bhakti, if did not take like this devotees, take shelter of, very difficult to get under this. So, в этом стихе говорится о том, что пока человек не предался Дхане, земле Радхарани, пока он не предался Шримати Радхике, что самое главное, пока он не предался, не вручил себя вайшнавам, тем преданным, чьи сердца утопают в любви к Шримати Радхике, невозможно погрузиться в океан шьямы расы. So, Sri Vishwanath Gautama telling, not only they are meditated to, only Krishna's lotus feet they are in the Radha,
Krishna they are met at Radha Krishna Lotus Feet, offering obeisances to Radha Krishna there. Vishnu Chakravarti inside the shloka. Yeah. И Вишна Чакравати Тхакур говорит о том, что это медитация на Раду и Кришну вместе с этим парам Дилаги. So here Srila Prabhupada telling, well, not only Radha Krishna, they are related to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes, why? Well, who is the Radha Krishna? Radha Krishna, before they are only one. After they are made to two. Yes, they are made to two. So, first is the only one. Well, when who is the one, then who is the whom? Well, he is the Chaitanya Mahaprabhu. So, his name is the Chaitanya, meaning consciousness. Who is the before only one, this consciousness. After that became Radha Krishna. So, after when who before one, who is the Sriman Chaitanya Mahaprabhu? So he meditated here to Sri Chaitanya Mahaprabhu Lotus Feet. Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada в своих комментариях на читание Чаритамриту говорит, что это не просто Рада и Кришна, этот стих Сатьям Парам Дамахи. Он не просто указывает на Раду и Кришну, не только указывает на них. Он описывает Шримана Махапрабху, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. И объясняет, когда в Писании говорится, что раньше была одна Личность Верховного Бога, а потом появилось две, потом снова две стали одной. Когда говорится в одном образе Верховная Личность Бога, это Шри Чайтанья Махапрабху. Когда говорится в двух, то это Рада и Кришна. Поэтому этот стих Сатьям Парам Дамахи указывает на Шри Чайтанья Махапрабху. So Prabhupada is telling Janma Dasya Jata. You know, this is the start, first word. Janma Dasya Jata. Prabhupada is telling, what is the meaning of Janma Dasya Jata? Jata from where? Janma created Adi Ras. Adi Ras means the Sringar Ras. And this is the Hare Krishna Maha Mantra. Telling all Ras coming from to where? All Ras coming. Well, when you are chanting this holy name, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Прабхупада пишет в этом стихе «Джанма дасья ядаха» – «Джанма – рождение, все рождается, яся, джанма, яси, все сущее рождается из адирасы». «Джанма дасья ядаха» – все рождается из адирасы. А что является адираса? Это шрингараса. Все заключено в Хари Кришна Махамантре. So he, this all slog is the, you know, telling where, how is the all slog doing to, you know, Mahaprabhu doing to, very nicely the Prabhupada explained. И там очень подробно он делает большой комментарий, где описывает, как каждое слово дает описание качеств Шри Чайтанья Махапрабху. Yes, so telling the second slog, the first slog is the Samandha. Samandha meaning, you can be in relation with whom our relationship. Well, only our relationship with Krishna and Radharani and Chaitanya Mahaprabhu, nothing else. Первый стих открывает для нас самбанда. Самбанда обозначает, он, с кем мы, у нас вечное взаимоотношение. Кто является, кто та вечная личность, с которой у нас взаимоотношения. Самбанда. С кем у нас на самом деле самбанда? Это первый стих указывает. And this second slogan is telling, what is the Bhagavad take bhav, you know, what is the take Bhagavad bhav, is the Abhinaya they are. Bhagavad telling bhav, there are three places they are telling, atra meaning in this Bhagavad. Well, what is the in this Bhagavad? The dharma prajita kaitavatra. They are not any duplicity dharma, they are completely Radha Krishna Prem Dharma, you know. So they tell us Dharma Prajita Kaitavatra, Vedya Vastava Matra. Supreme Truth only explains Srimad Bhagavat.
And the third atra telling, if somebody not listening, now like this Harikatha is going here, now I am staying in a house. Anyhow I heard, oh there Bhagavad Gata, Harikatha is going there, oh I want to go to there, listening Harikatha. Only not coming, now if only reminded, then Krishna is came and sit this heart and completely controlled this. Второй стих Бхагаватам описывает Абхидея Татва. Он описывает процесс духовного совершенства. И там три раза указывается Атра, Атра, Атра. Обозначает внутри Бхагаватам это заключено, внутри Бхагаватам. Там говорится о том, что Бхагаватам это самое чистое писание, самая чистая абсолютная истина, в которой нет ни кармы, ни йоги, только чистое бхакти, только чистое служение Верховной Личности Бога. И говорится о том, что Бхагаватам — это самое высшее писание. Там идет как заверение. Второй стих он является как заверение, обещание, клятва, что ли, Господа. Господь говорит, что даже не тот, кто даже слушал Бхагаватам, а даже тот, кто просто думает, о, там где-то читают Бхагаватам, я, наверное, туда поеду, найду время, поеду, послушаю Бхагаватам. Или он думает, о, у меня нет возможности послушать Бхагаватам, но я бы так хотел послушать Бхагаватам. Одного этого желания достаточно, об этом говорится в Бхагаватам, одного этого достаточно, чтобы сама Верховная Личность Бога вошла в наше сердце. А что еще нужно? Bhala Srimad Bhagavata Katha Amrita Mukhi Jai! Bhala Sri Sukhdev Goswami Ki Jai! Bhala Srila Prabhupada Ki Jai! Gitai Gaur Premanande Hello! Telling this third slog is telling, what if you hear the Srimad Bhagavata, why I am coming to here listening? What he gave proof to us? And what if you vindex and ask this third Mangalacharana slogan? Третий стих Бхагаватам описывает, что можно получить в результате слушания Бхагаватам. Он описывает цель, плод Бхагаватам. So, telling, Balanigama Kalpatarur Galitam Phalam. But you are not listening Harikatha. You are sitting the, you know, under the desired tree. This is not Bhagavat Katha. You are sitting the, under the desired tree. Meaning what you can think, what you can want, this Bhagavad Gita gives everything fulfilled or all desired. Нигама калпа тарор. Это говорит о том, что мы не просто слушаем Бхагаватам, мы просто сидим где-то и слушаем Бхагаватам. Мы сейчас сидим под кронами древа желаний Вед. Yeah. So Gurudev is telling one nice story. What is this kalpa vriksha? Гурудев рассказывает хорошую историю, что же такое калпа-врикша там. Yeah, Gurudev telling once, one king he went to hunting in forest. And where he went, now he became so thirsty now. He don't know one tree, there one desired tree. Then he sits under this desired tree. Now he thinks, oh, if this time present in my palace, that time, you know, so many servants, they came to be nice fed to me, nice juice. When he thinks, then coming, oh, very beautiful, beautiful girl, crept into, you know, heaven planet, upsari, bring very different kind of juice and fed to this king. Hello, very nice. Шрила Гурудев рассказывает одну историю о том, что такое калпа-врикша, как действует калпа-врикша. Однажды один царь был на охоте, заблудился в лесу. Когда он остановился, присел и облокотился, это было как раз древо желаний, калпа-врикша, дерево, которое исполняет желания. Этот царь был настолько устал, он сидел и думал, о, вот если бы я сейчас был бы у себя дома во дворце, мне бы подали такие вкусные блюда, такие вкусные напитки, соки. И только он это подумал, как вдруг откуда ни возьмись появляются небесные девы, которые несут ему на блюдах вкусную еду, вкусные напитки с бокалами. А царь, он настолько изнеможен, что он даже не осознает действительности, откуда появились эти девы, настолько он был уставший. Yeah, he tells what happened. Then he thinks he has the palace, then you know this queen,
bring the chapan bhog chatris benjar. The 6-4, 6-5 kind of this preparation, you know, they are paid to me. Then he saw coming very beautiful girl until Maharaj to take this eat, this, you know, food. Then, oh, what do you want? Then coming everything. Then he think, if I am my palace, then very beautiful bed, you know, so soft bed. And then he can sleep. Then he saw manifested bed there. When he go to sleep, then roaring one lion. Oh, lion roaring. The desire tree, what you want, he gave you. When he thinks, oh, lion roaring, then lion can prant. Well, maybe not eat to me. Then he, you know, he eat to me. Итак, сначала он подумал о напитках, ему подали бокалы с напитками. Потом он подумал о вкусной еде, получил вкусную еду. Потом он вдруг представил уже мягкую постель, и вдруг появилась мягкая постель, на которой он заснул. И потом он проснулся от того, что кто-то рычит: «Так тут дикие хищники, тут и львы!» И действительно, лев приблизился. «Так они меня могут съесть!» И лев его съел. Это вот результат того, как сидеть опасно под кронами древа желаний. Yeah, so telling Srimad Bhagavat is that you are not listening Bhagavat, you sit under the desired tree. But Sri Viswanath Gautama telling, but this is the desired tree. But now coming question, what you can want from the desired tree? This is the, да, мы сидим сейчас, когда мы слушаем Бхагаватам, это имеет тот же самый результат, когда мы сидим под кронами древа желаний. Будут исполняться все наши желания. Но Вишванат Чакраварти Такур говорит, когда мы будем слушать, о чем нужно желать-то. Yeah, so he gave a nice example, Вишванат Чакраварти. This Bhagavat gave everything to us. Now he gave example, once one poor Brahman, he have one cow. Now he went to this Kuber. Kuber is the who is the treasure of our wealth, you know. Then Kuber telling what he want. But he is a very rich person, Kuber. But this is a very, very poor Brahman. But this mind also so poor. Like, oh, I have one cow. Impossible. Give some grass to this my cow. Kuber thinks, how is the foolish person? He came to Kuber. I can give lot of wealth. He eat, his sons eat, never finished. But what he want me? Some grass only for this cow. О том, о чем же нам нужно желать, слушая Бхагаватам, поскольку сегодня будут божественные игры Господа описаны, Махарадж нас сначала подготовил, говорит, о чем нужно желать, когда мы будем слушать об этом. Шрила Гурудев рассказывает нам историю об одном бедном брамане, у которого была одна корова, одна тощая корова. И он однажды заслужил внимание Куверы. Кувер был ему удовлетворен, сказал: «Проси от меня, что хочешь». И этот бедный браман стал просить ему: «Мне бы, пожалуйста, немного сухой соломы для моей коровы». И Шрила Гурудев объясняет, и Кувер думает: «Какой глупый человек! Он не понимает, к кому он пришел и что от меня можно просить». Кто такой Кувер? Это казначей полубогов, у него все сокровища полубогов. Он может, ему ничего не стоит дать столько, сколько бы не просто его корова, а многие поколения еле-еле бы и не съели бы. А этот человек, этот глупец, просит соломы от меня. Yeah, like this you are chanting, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, 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 Krishna Hare Hare, Hare chanting this holy name, this is not holy name. He is the Kalpavriksha, you know, he is the fulfill our all desire. We are listening to Srimad Bhagavat. This is the Kalpavriksha, you know. They are telling this, you know, this heaven planet, only one Kalpavriksha there, only heaven planet. But this material, so many Kalpavriksha here, you know, so many. One is the Vancha Kalpataruruddhasa Kripa Sindhu Pyarevasa Patitaranam Pahadevyo Vaishnava, Guru Kalpataru, Bhagavat,
ನಿಗಮ ಕಲ್ಪತರು ಕಲಿತಂ ಫಲಂ ಭಾಗವತರ ಸಕಲ್ಪತರು ಏ ಬೃಂದಾವನ್ ಹಿಯರ್ ಸಕಲ್ಪತರು ಯು ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಲ್ಪತರು ಯು ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಸೈಟ್ರಿ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನಾಮ ಕಲ್ಪತರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಲ್ಪತರು ಬಟ್ ನಾವ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಪತರು ಏ ದೆನ್ ಯು ಟೆಲಿಂಗ್ ಓ ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮೀ nice beautiful wife, then you get beautiful wife, your beautiful husband, then this holiness fulfilled, or give some money you fulfill, or make good new house you can fulfill, or give me one nice son you fulfill. He can, you know, if you ask the material thing, he can everything you fulfill, but you can don't want this material thing, only you want this Krishna Seva, Krishna Bhakti, Guru Bhakti, only you want, not want anything else. Харе Кришна Махамантра – это тоже древо желаний, тоже то, что исполняет все наши желания. Харе Кришна Махамантра – это тоже древо желаний. Оно исполняет все наши сокровенные желания. Когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру, благодаря этому мы получаем то, что хотим. Там, на небесах, на сварге, всего одно дерево калпаврикша, которым они очень дорожат. А здесь, говорит, в материальном мире, этих калпаврикш очень много, говорит Махарадж. Здесь Харе Кришна Махамантра калпаврикша, здесь Ванча Калпа Тарубьяшча, здесь вайшнавы, которые являются живыми калпаврикшами, которые исполняют все наши желания. Здесь гуру калпаврикша. Здесь так много калпаврикша. Шримад Бхагаватам, Нигама, Калпатару. Шримад Бхагават является калпаврикша. Они действительно исполняют все наши желания. Если мы, например, хотим красивую жену, мы ее получим. Если мы хотим замечательного мужа, тоже получим. Если мы хотим деньги, почет, любые материальные желания, мы в конечном итоге все это получим, когда мы служим Святому Имени, когда мы слушаем Бхагаватам. Но Вишвана Чакраварти Такур просит вас, просите о нечто большем, не просите о соломе ради Бога, просите о служении Божественной Чите Шри Рады Кришны. Харе Кришна. So telling Нигама Калпатару Галитам Палам. Telling Srimad Bhagavata is the, what is the Bhagavata? Well, he is the complete, he is the ripe fruit of this bed. Telling two kind of fruit. One fruit is the before ripe, take and by force get ripe. And one is the when this tree, you know, ripe with this tree, then it become very, very sweet. Nigama kalpataru kalitam phalam. So it is the completely ripe fruit of kalpavrita. Meaning Srimad Bhagavata complete very tastefully this is fruit. Nigama kalpataru kalitam. Фалам. Фалам – это плод. Дерево растет ради чего? Ради плодов. Плоды являются самой вкусной частью дерева. Это Шримад Бхагаватам – это самая вкусная часть ведического знания. То есть веды – это древо желаний. А плоды, которые растут, плод, который вырастает на нем – это Шримад Бхагаватам. Там вырастают разные плоды, но Бхагаватам – это Галитам фалам – это самый зрелый, самый вкусный плод вед. Yeah. Then telling you the fruit of the ripe. Again, well, sukham, mukhata, amrita. When it touch this soup, it become more ripe. You know, and there's some word. One thing, this is the parrot, he has some quality. He unripe fruit never he touch. With only ripe fruit, only he touch. That meaning, Bhagavata is the completely the ripe fruit, you know. It is not an unripe fruit, the ripe fruit. And when soup he touched, it became more sweet. Well, why? The soup is the not ordinary. Soup is the, well, Priya, Sukha, Sri, Vrishabha, Anujaya. Well, he is the Radharani, you know, parent of Radharani. That meaning is the, when Harikatha came from to the Sukhdev Goswami, why? This Sukhdev one Sakhya Radharani. Sakhya Radharani. You are listening to this material world. When somebody tells you Harikatha, very sweet.
But Radharani telling this Harikatha, how sweet. And he, Radharani Sakhi, you know, Radharani Sakhi telling, and himself Radharani telling, how the sweet Harikatha. So telling, Sukha Mukhat Amrita, when he came from the Sukhdev Goswami, he became more sweet. Далее, следующие строки говорится Шука Мука Амритам. Это особый плод, которого надкусил уже попугай. В Индии все знают о том, что самый вкусный плод на дерево манго будет именно тот, который попробовал попугай. Попугай просто особое чутье, они видят, какой самый сладкий плод. Таким образом, Шримад Бхагаватам – это не просто зрелый плод и вес, он еще и надкусанный Шри-шука, он еще надкусанный не просто попугаем, он надкусанным любимым попугайчиком Шримати Радарани, который знает ее сердце, который знает всю сладость Шримад Бхагавата. Даже когда мы просто слушаем Бхагаватам, это очень вкусно. А что говорить о том, чтобы слушать Бхагаватам о том, у кого в сердце вся эта сладость, насколько будет сладостна эта харикатха. Так вот, и описываются в комментариях наши вайшнавы, ачарьи, говорят о том, что Шукадев Госвами имеет еще и другую сварупу во Вриндаване. Он не просто любимый попугайчик Шримати Радарани, он еще одна из сакхи Шримати Радарани, то есть одно из ее проявлений. Поэтому Шримад Бхагаватам — это непосредственно сладость, изливаемая из сердца Радарани. Yeah, so this is Sukha Mukha. So Srila, you know, Sri Vishwanath Sri Thakur, he gave so many meaning of Sukha Mukha. One, another meaning is the, well, when you can take taste of this Bhagavad Ras, well, if coming this Guru Parampara. Without Guru Parampara, you cannot taste this Ras. So let's say some Rasik Guru Parampara, yeah, this is the one meaning of. Now coming to see, we are telling where this fruit was, this tough branches of tough branches. When this parrot touch, then it fall down. Fall down, if some ripe fruit, it fall down, what? Couple smash, you know, smash. Telling he did not, what, smash? Well, no. See, coming by Guru Parampara, first Krishna, he gave this, you know, gave to Brahma. Brahma gave to Narad. Narad gave to Vyas. Vyas gave to this fruit to Sri Vyasadev Madhvacharya, then came to Madhavendra Puri, make more sweet, and came Iswara Puri, then came to Mahaprabhu, then more sweet, and then come to Sri Rupa Goswami, Sanatana Goswami, then coming to Raghunath Das Goswami, then come to Narottama Samanda Srinivas, then come to Bhaktivinoda Thakur, then come to Prabhupada, then come to Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Now this sweet, very last, this is the more sweet. Why? Everybody remnant is there. Итак, Вишванат Чакраварти Такур в своем комментарии открывает такие изумительные истины. Он говорит, что прежде всего, чтобы почувствовать, дать нам возможность вкусить ту возвышенную сладость Бхагаватам, как же это сделать, как это возможно? Во-первых, нужно ее получать от чистых вайшнавов, от вайшнавов с чистым сердцем. Во-вторых, этот плод, он находится на самой вершине древа Калпаврикши. Как же до него дотянуться, нам маленьким, крохотным, здесь, сейчас дотянуться до этого самого вкусного плода Бхагаватам. И тогда Вишванат Чакраварти Такур объясняет, для того, чтобы нам его подарить, нам подарить по вкус этого сладкого плода, для этого Кришна передал его Браме, Брама передал его Нараде. Нам по ветвям дерева очень бережно, потому что если это плод сверху для нас, даже если Кришна его бросит в материальный мир, то есть если этот плод упадет на землю, от него останется пюре. Мы не сможем этого попробовать. Поэтому для нас дали бережно из рук в руки ачарьи нашей линии. От Брамы до Нарады. От Нарады передал его Вьясадеве. Вьясадеве передал его нашему ачарью Мадхавачарье. Мадхавачарье передал его Шрилу Бхактивинода Такуру, Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупаду, Шрилу Бхактивиданте Свами Прабхупаде, Шрилу Бхактинада Райана Госвами Махараджа. Так оно бережно по параметрам, в том виде, в каком он есть,
И мало того, этот плод стал вкусным от того, что его попробовала Шукадевка Сави. Там находится нектар его уст. Когда это передавалось по парампаре, это смешивалось со сладостью каждого из ачарьев нашей линии. Это смешано со сладостью нектара этого уста Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. И поэтому этот плод стал еще больше и больше вкусным. Бхагават ки! Джая! Калпабрикха ки! Джая! Now, he's telling Пиватам, well, he's telling a dream. Well, first he's telling Нигама Калпатару Галитам Фалам, first he's telling fruit. Fruit did not eat drinking, food is the eating. But how he's telling that you drink? Well, oh, this is the transcendental fruit. You know, every fruit some skin, some seed, but they are not skin, not seed. Only the rasa, juice is there. And this juice is the transcendental juice. This juice, you know, everybody juice drinking by mouth. But this is the such kind of, you know, drink, such kind of, this is the juice. You are drink through by ear, not drink by mouth. Далее в третьей строке это стиха говорится о том, что этот плод нужно пить. И можно упиваться, странно, как бы фруктами обычно не пьют, фрукты обычно едят. А тут говорится, этот плод, этот фрукт можно пить. И мало того, пить, еще и пить не ртом, а пить ушами. Настолько это странный плод. Это настолько сладкий, зрелый плод, настолько удивительный плод, что его пьют. Его пьют ушами, и у него нет даже кожицы. Там ничего выбрасывать не нужно. Если мы, например, фрукт съедаем, мы выбрасываем косточки, выбрасываем сердцевину, что-то ненужное. В Бхагаватам там нет ничего ненужного, там все является сладко. Поэтому там говорится, что там даже нет... Те, кто ел манго в Индии, они знают, что манго очень сладкий плод. Но в середине там мешает большая косточка. Ну и кожура тоже достаточно толстая. И поэтому... Но Бхагаватам объясняет, это такой вкусный плод, что там ни косточки нету, ни кожицы нету. Этот плод можно пить. So, totally, until you drink, like, alayam, meaning drinking, unless you are able to... unconsciousness until you can drink this drink. And well, when you again you drink, never left, only drink. Это настолько удивительный плод, который можно пить. Он сладкий, его можно пить, пока ты сознание не потеряешь от этого упоения, упивания. А потом, когда ты очнешься, опять его можно снова пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи и так до бесконечности. So now here comes a question. Well, yes, you tell me that you can drink this nectar, but you have so many holes. You are drinking, but everything go out. Not staying this rust. Well, what can I do? Yeah, then you tell, you know, before I tell you, give some part. There are so many holes there. If you give water, then what happening? Is the came out, but what is the any way? Even staying all holes there, but when keep the water, he want one drop, it did not came out. What is the way? You can ask every answer. Но мы, к сожалению, это такие сосуды, такие горшки неудачливые, у которых очень много дыр. Чтобы не вливай в этот сосуд. Все выйдет до последней капли, ничего там не останется. Но как же можно наполнить нектаром этот сосуд, если он весь в дырах? Махарадж попросил, чтобы я вас спросила, как вы думаете, как можно наполнить горшок с дырами нектаром? Оно будет все выливаться, и вообще сидит constantly hearing Бхагаватам. Еще какие? Поставить сосуд, то нектар просто, если не удастся. Хинул за Анцем, ага. Еще какие варианты? Новый горшок взять без дырки. А мы-то, что, так и останемся без этого? Какой новый, секунду. А я? So, you know? А? Надо дыры
do this. We can just cover, repair this, this hole. Yeah. Стараемся безуспешно. Туда нужно высадить землю, высадить дерево. А пить-то как жидкость? Ну, дерево будет пить и... Так какое дерево? И я этот сосуд. Ну, значит, другой сосуд поставить. Да, тоже другой сосуд. Учителя обратиться. He said to ask guru, what to do. So, yeah, Hare Krishna. So he's telling here, this gave answer there, Muhu Raho Rasika Bhubi Bhavuka. Telling who is the Bhavu, who is the Rasi. You know, what can he do? Only they can drink only. Yeah, Muhu Raho. That meaning is the always if you drink. This get like this. Even so much hole, if keep this inside of water, if there is so much hole is there, if get water, not get one drop. Meaning, if always you are listening, then never, if you have so much hole you have, but even not came out one drop or less. Так, ответ идет в последней строке этого стиха. Говорится, Могураго, Расика, Буви, Бавука. Там говорится о том, что, ну что делать с этим горшком, у которого много дыр? Нужно взять другой горшок побольше и этот маленький с дырками опустить туда, в этот полный, большой, целый, хороший горшок с нектаром, который может это удержать. А это значит, вот когда он будет весь в воде, ничего оттуда вылиться не может, даже если у тебя дыры. То есть если у нас даже есть дыры, которые не получается залатать, если мы будем постоянно находиться в атмосфере, если у нас всегда будет возможность слушать Бхагаватам, от преданных слушать их Бхавы Бхагаватам, то тогда это будет у нас в сердце. Hare Krishna. Prabhu Mahabahu. Hare Krishna Maharaj. You can speak something? Come, little bit. Little bit? Yeah, come. Because also I speak Spanish. No problem. No, I can read half of it. This is drama, you can prepare this drama. Please, speak Tatar. Birthday of Krishna. Huh? Birthday of Krishna. Yeah, last you can do it. We're telling you, last Krishna Janma Swami. Come here. Hare Krishna. Svinci. Thank you, Maharaj. If you want, sit down this chair. Prabhu?